Итак, всем кусь-кусь, с вами RCV канал Lantic Channel. Продолжаем с Сирусом, поехали. Без лишних слов. Запишем только, что это Персиполь. Итак, Персиполь, слоновый адрен. Давно пора. Вот мы в Персиполе, одном из самых прекраснейших городов Древнего Вавилона, самым большим, между прочим. Наша главная цель Вавилонской башни должна быть ясно видна с главной площади города. Пойдем туда, сын, конечно. Нам на пути встретится кошмарное чудовище, но, как гласит старый японский хокку, если есть у тебя большой пулемет, бояться нечего. Удачи, милый. У нас есть огнемет, нам это тоже хорошо. Ой, здесь скользко, блядь, как полы налакировали. Бляди. И лошади. А, они сами ускользают. Бам. На дом такую плитку что ли положить. Отполированную, что прикольно. Гореть воду. Помаши ручками на прощание. Будем всех сжигать. Еще может стрима попрыгаю, запущу, давно его не было. Все, не магнитные бури, все. Ебучая лошадь. Я смотрю, мяса уже, блядь, нету, на колбасу пустили. Сгореть. Так. Ну, это у нас верхушка айсберга. Что-то разбитое было. Египетские фараоны. Ну, в принципе, так оно и есть, наверное. Блядина. Две-то блядины. Они размножаются прямо на месте. Гореть. Всем гореть. И тебе гореть. И тебе гореть. Блять, зажали. Блять, вот этих много, сука. Их много, они мерзкие, блядь. Пакостные. Тынь-тынь-тынь, ребята, у меня летсплей. Попозже. Во всяком случае, это не ТикТок. Это мне вот видосики присылать, неважно кто. Неважно почему. Неважно какие. Вот как сказал. Так, ладно, мы всех перемочкарили, пойдем сюда. Анализ. Атриум слона, площадь слона. Не вижу башни, этот город намного больше, чем мне казалось. Здесь придется повозиться, но все, что я уже вижу, так это оружие в ближайшем доме слева, джакузи, слоне справа. Убирайся. Ну пойдем. Мужики идут налево. Так что пойдем налево. Ну а сейчас что-то будет по-любому. Так. Пулеметик. Мне бракетницу найти. Это иди просрал по дороге. Ну ладно. Ну да. Да, здесь, наверное, лучше все-таки с пулеметиком. Секунду. Да где ты там орешь? У меня тут, блядь, хуйня, блядь, большая. Еще четырехрукое пиздохранилище, блядь. Да ёб вашу. Нахуй пока отступаем. Зеленошарые уроды, блядь, заебу. Здесь уже пулеметов уничтожим, блядь, патронов. Блять. Ой. Издание мокрое сейчас. Блядь.
Че, она не добивает, что ли, сучка? Во. Сдох. Так, где этот? О, пизды хлопцы. Вот она у нас, чудовище, блядь. Вкусно все. Фу. Сейф. Так. Блять. Сука, я за них забыл, куда мы шли. Ах ты пинтер, блядь. Ты как здесь появился, блядь? Сдохну. Ёптись. Дальше войди, а дело ну. Сейчас более мы этого ёбнем, да? Мелкие не такие страшные. Что-то мне звук не нравится. Блять, мы отсюда пришли, мы сюда пришли. Блять, я уже заблудился. Ну, вспышку я что-то не помню. Значит, короче, по плану идем. Пока патронов не найдем. Каска. Каска тоже витамин. Во, цельца. Че, опять купаться нахуй? Не хотелось бы, но чувствую, придется. Атриум слонов джакузи. Смотри, сам какой древний джакузи. Интересно, а здесь есть эти пузырьки? Пузырьки, это я так болтаю. Согласно моей сверхполезной базе данных, вы проводили ритуал очищения души и тела от грехов. Зависимость была простая. Чем тяжелее грех, тем горячее вода. Как думаешь, нам поплавать? Блять. Хуй его знает. Поплавать, конечно. Ой! А это что-то нехорошее случится. Ладно, нам показали, что может быть дверь открылась. Упаковка боеприпасов. Блять. Ну, тихо, мы поплавали. Что-то нехорошее здесь. Ёп, ты лошадь. Спать надо. Где ты стреляешь, блядь, тебя даже не вижу. Ах ты шмара, блядь. Это было. Ладно, что-то мы сделали. Но оружие не нашли. Ой, египетские кроты, блять. Сука, кто тебя сюда поставил? Я вообще выдумал скройте. На-на. Блять, этот звук неспроста. Пушки у нас нету. Снайперка против быков штук так себе. Сами сгорят. Здрасте, ёпт. Вас только не хватало. Гори воды. Жрабас. Посмотрим, что тут. Тут маски.
The Elephant Atrium Lockedo. Я не знаю, английский немножко чего. Чё-то, блядь. Дверь закрыта. Спасибо, блядь. Спасибо за перевод. Ебать лошади. Нахуй. Интересно, их перевалить надо, чтобы дверь открылась, или еще чего? Или тут что посмотреть? Тут особо нет нихуя. Ну, дверь у нас нет. Так, боеприпасики, это хорошо. Вот эта дверь не посылает. Сейчас мы здесь боеприпасики возьмем, посмотрим, что там. Тут напалмчик. Здесь я ракетницу проебал, когда дадут мало. Тут броника. Ну и погнали. Ну, чувствую, что это будет интересное. Ага, золотой слон нам что-то откроет. Точнее, нам нужно открыть рычаг, чтобы схватить золотого слона. Говна понабежала сразу, а? Привет, лошадь. Лошадь решила применить спецприем. Милый, я всю войну тебя ждала. Слоновий атриум. Опять запертая дверь, нам определенно нужно пройти дальше. Нам только сообразить, как это открывается. Ассасин в дворе должен быть переключатель, иначе с чего бы нам стали все это показывать. Где ты, сука, сгори в аду. Опять этот пидор выбил. Да, ребят, вам не повезло. У меня сегодня уничтожительное настроение. Туда, наверное, пока рано. Так, пидорги зеленых хуйней, блядь. Где рассылка стреляет? Съебалось. Где тебя засунули-то, ебаный брат, да. Пиздец, уберите птичку нахуй. А то я сейчас сам уберу, блядь. Вот так вот, блядь. Да-да-да, настроение у меня сегодня плохое. Так что вам, сучьи, адские твари, не повезло, блядь. Падай, мразь, мне. Сейчас дробью заряжу, блядь. Ой, ты чё, близко стрелять не умеешь? Ну ты придурок, братан. Так, чё нам нужно слона спиздить? Так, давайте сохранимся на все. Так, здесь переключатель. Ракеты бестолковые. Ой, надо было сначала дернуться, потом это. Всегда торопимся. Дверь откроется, походу, да? Угу. Да задрал в этот вот хуйка зеленая, блядь. Ты еще здесь стреляешь, блядь. Это вообще пизда, блядь. Где, откуда, ёмкость? Ой. За деревом пидор спрятался, блядь.
Спать на. Они пошли бы нахуй. Где-то еще гандон есть, как вот это. На нахуй, блять, мышку вернулись. На нахуй, я извращенец сегодня, блядь. Девочки, у меня такое предчувствие, блядь, что здесь кто-то очень сильно не хочет жить. Блядь. Это, не туда улетело, блядь. Курва. Блядь. Нахуй. Нахуй. Нахуй, я сказал. Это туда. Да, сервис мне дает расслабиться немного. Спать. Спать нахуй. Ты что, тупая? Спать, я сказал. Так, пулеметчик, это хорошо. Лошадь где-то зависла. Отвисла. И сейчас уйдет на покой, блядь. О, мини-ган, отлично. Его-то нам и не хватало. Блять, такая, ты где, сука? Так, худыня. И зачем? Лошади. А, точно, слоник. Лучше сохраниться, а то мы знаем, что от этой игры ожидать. Ёбаные лошади, ёбаные птицы. А это он прямо в глаз. Жалко, не шоколадно. Блять. Ёпта, я подумал, ловушка, охуеть. Ты где же ужишь, блядь? Пенсию, блядь. Короче, похуй, пусть жужжит. Я думал, не перепрыгну. Привет. У меня такие же пушки, прикинь. А, закрыто. Облом, Петрович. Так, это выход, это вниз. Там мы попрыгали. Я спрятал, блин, так не замечу-то быстро. Блять, кобыла, ты откуда взялась? Спать. Ёптит, хуета, блять.
спать. Ты вообще не пизди. Так. Ай! Блять. Заебись. И что бы это значило? Тут что-то есть, блядь. Ну что? Рядом не сломался. Куда мне его носить? F9 нам вот куда. Блять, а что мы сделали, что мы сделали? Так, что здесь тут пробежимся. По-моему, все сделали. А, ну вот сейчас это, блядь, атака ведущих уродов. Атака успешно отражена. Этот пидор, блядь, а, вон и пушечка наша. Сам себя подорвал, ебать. О, ракетница появилась, вот сохранимся. Короче, мы пришли по правильному пути. Слоновий отрыв на подходе к садам. Отлично, мы смогли проникнуть в священные сады Гильгамеша. Это священная часть города, где, как мне думается, полно храмов, посвященных известно кому. Только жрецы и прочие служители богов жили здесь, выполнили свои ритуалы, все такое. Хватит, хватит истории, не будем тратить время на болтание. Вперед, сады Гильгамеша. На нахуй. Крыса ты, а не лошадь, блядь. Ебать. Ебать вас тут, блядь, наплодили. Все, блядь, у народа, блядь, колбасный голод, блядь. Блять, да хуя всего и без кожи. Ну смотри, я тебя сегодня в плохом настроении. Хотя ни в чем плохом. Как ты в хорошем, но как в плохом, мы сегодня полис опять увидели. Все. Третьим зонтик черного. Да, это сложно. У нас есть первый зонтик черного, второй зонтик черного и третий зонтик черного. Первый царство на небесное, второй это я его брат, и третий наш птика. Теперь что же. Да, запутался сложно. Ах ты сволочь. А дождь на окнах рисует. Куда нам дальше-то, ебаный в рот? Замуровали демоны! Видимо, нет. Привет, лошадка. Ты пришла меня спасти? Я сильно сомневаюсь в этом. Я куплю для вас тигровые колбасы. Сори. Получилось прикольно. Съем один, и ни с кем не поделюсь. Да, вы уже здесь. Не, ну здесь, наверное, лучше вот так. Ловушечку вспоминаю, где она уже была у нас с такого плана. С этими ебучими лошадями. А колбаса — это бывшие лошадки. Все, сдохли ироды, блядь. Ой, патроны. Ой, блядь.
Уровень пройден. Ну, все тогда на сегодня. Сейчас прочитаю, что нас ждет дальше. И сохраняемся. Как быстро время прилетело. Вот так я по уровням прохожу. Потому что еще семья, родина. Вот, ну и стримчик надо попробовать посетить. Итак, дальше нас ждет Персеполис, Ады Гильгамеша. Царь Гильгамеш был, если не величайшим, то как минимум одним из самых известных правителей древнего Вавилона. Легенды о его деяниях и доблести вдохновляли многих людей искусства тех времен, а также архитекторов Персеполя, возвышив в честь огромный комплекс садов и храмов. Там мы находимся. Эта часть Персеполя известна как Сады Гильгамеша. Храм Гильгамеша должен быть где-то неподалеку, и через него нужно пройти, как я понимаю, чтобы попасть к Вавилонской башне. Все. А мы сохраняемся. Я сказал, игра, сохраняемся. Вот. Ну и всем спасибо за оценки, за просмотры. Всем удачи, всем кусь. С вами был RCB, канал Зонтик Channel.